Привет, друзья! Меня зовут Чего Артем, и вы в моей студии Plastic Body. Сегодня я поговорю с вами на тему Plastic Body, потому что очень часто люди задают вопрос о том, что неужели Plastic Body убирает там только попины ушки, да, там диспропорцию в наружной части бедра и так далее. Где же этот метод может еще быть эффективен? Так вот, я расскажу, что очень часто у девочек есть такое понятие, как коленное ушко. Вот. Есть еще такое понятие, как надколенный валик. Вот. И в таком случае, вроде как девушка полностью худая, да, но вот коленное ушко ей не нравится, и не нравится надколенный валик. В таком случае, действительно, Plastic Body тоже может быть эффективен и действительно может помочь в этом случае. В таком случае, если это симметричная проблема, то для этого понадобится всего лишь 2 сеанса. Вот. Но единственное, что отследить этот результат будет достаточно сложно с помощью фотографии, то есть, потому что мой результат, который я могу вам предоставить, это исключительно фотография до-после. Но в таком случае, конечно же, это уже идет индивидуальный подход, индивидуальная работа с вами лично. Мы это проговариваем на консультации, мы можем замерить это все либо сантиметром, либо каким-то образом вы самостоятельно это отслеживаете, и результат мы получаем на 5-ю неделю после последней работы с помощью метода Plastic Body. Да, я признаюсь вам честно о том, что действительно коленное ушко — это достаточно болезненная зона, болезненный способ. Вот, действительно, там нужно будет немножко потерпеть, но достаточно эффективно, и действительно получается поразительный и просто невероятный результат. Поэтому, если у вас действительно есть проблемы с коленком, то он чаще всего вот здесь нависает, вот, либо же сверху колена точно так же нависает, и таким образом девочки начинают уже искать способы избавления вот этих вот коленных ушек и не знают каким способом, пробуют всеми возможными, ничего не получается. Поэтому именно метод Plastic Body в этом случае действительно может вам помочь, и действительно это действительно эффективно. И единственное, что рекомендовано все-таки попасть на консультацию для того, чтобы четко понимать, нужно в таком случае делать только переднюю, или мы сконцентрируемся только на колене для того, чтобы сделать только здесь и здесь, либо я порекомендую всю внутреннюю делать, вот, чтобы захватить вот это вот ушко. Тут это все очень индивидуально. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Консультация у меня бесплатна. Можно проконсультироваться там по телефону и так далее. И тогда мы уже действительно сможем друг другу помочь. Я помочь вам избавиться от некрасивой формы колена. А вы мне поможете достичь следующего очередного своего классного результата. Поэтому мои все контакты есть под этим видео. Если надо, есть в шапке профиля под моим YouTube, на моем YouTube канале. Вот, поэтому не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал. И на все вопросы в комментариях я смогу ответить, если они будут адекватны. Поэтому всем хорошего настроения. Жду вас у себя на консультации, либо просто жду вас у себя в студии для того, чтобы быть полезен для вас. Поэтому всем хорошего настроения. Пока-пока. Не забудьте поставить лайк. Ну, а мы дальше будем работать. Пока-пока.